Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Именно такие песни хочется петь здесь, в нашем Мерсине. Всем привет, это компания Арбат Хоумс, и это я, Шалкар, и мы сегодня с вами смотрим Глория. Этот объект находится в районе Тэджэ, самый бурно развивающийся район, самый популярный район, который в какой-то степени начал напоминать малонийский Махмутлар. Очень много здесь наших соотечественников, которые говорят с нами на одном и том же языке. Да ладно, бог уже с нашими соотечественниками, пусть будут здоровы. Мы рады видеть каждый раз все увеличивающееся наше население. Но помимо этого, уже местные жители начинают говорить на наших языках. Они говорят тебе «стол» на русском, говорят «кухня», говорят «вилка», «ложка». И все это уже с каждым днем начинает набирать обороты. И нашим соотечественникам все комфортнее становится здесь проживать постоянно, либо приезжать на каникулы. Как раз в этом самом интересном районе, напомню, газифицированно находится Тэджэ Глория. Обратите внимание, какие высокие потолки. Мы находимся в входной группе. Эта зона, конкретно эта часть, будет коммерческая. Возможно, появятся магазины, салоны красоты, либо же небольшие какие-нибудь выпечки со вкусными турецкими пуачами, так они называются. Проект этот закончится у нас весной 2023 года, в мае произойдет сдача. Конечно, есть рассрочка. Сам по себе дом у нас состоит из одного блока. На территории у нас будет находиться плавательный бассейн, детская площадка, вся открытая инфраструктура с тренажерами, с парковкой, барбекю-зонами, камерами безопасности, охраной. Я бы хотел отметить также, что в этом проекте у нас все квартиры 1+1. Но есть три типа квартир, мы можем позже выслать вам на ваши мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram, чтобы вы более детально ознакомились. Но лично для меня субъективно нравятся боковые квартиры. Там интересная планировка, обращайтесь, отправлю планировку и стоимости. В среднем я бы еще хотел уточнить по поводу все той же локации комплекса. Находясь конкретно в этом объекте, у нас по соседству, вот здесь пешком 3 минуты, наш офис находится. Вы можете приходить к нам в гости на чай, кофе, на завтраки. Мы с радостью просим, всегда рады вас видеть. Прямо недалеко от нас находится автобан, который сократит вам время, избегая трафик, уехать в сторону Стамбула, Анкары, Аданы, либо иметь просто 5 возможностей выезда в центре города. Есть Куйлу-Кёлу, Нерсчадесы и все далее и прочее. Вы можете выезжать в районах Мизити, Нишихир, Агдани, Сурастар. И эти районы для вас будут быстро доступны через автобан, если вы не хотите ехать по главной дороге D400, если хотите избежать, конечно же, светофоров. Поэтому здесь расположение такое, что вы находитесь все еще в черте города официально. Тэджэ относится административно к району Мизитли, мы в подчинении Мизитли, к этой мэрии. Этот район бурно развивается, строятся новые объекты, новые школы, улучшается набережная, будут строиться новые культурные объекты для обычного времяпрепровождения в досуг. И в ближайшие лет, даже не 5, может, года 3, этот район будет совершенно неузнаваем с лучшей его стороны. У нас мы слышим, что постоянно какие-то шумы, вы простите, пожалуйста, катаются у нас здесь цементовозы, бетономешалки. Район сильно застраивается, и, кстати, пусть это вас не беспокоит, средний срок сдачи в эксплуатацию домов 18 месяцев. Это может быть 1 блок, 2 блока, 3 блока. Строят быстро, качественно и надежно. Напомню, это Тэджэ Глория. Проект сдается в мае 2023 года. Все квартиры 1+1, но есть 3 типа квартир. У нас имеется рассрочка. Первоначальный взнос мы с вами обсудим. Рассрочку мы с вами обсудим. До моря здесь всего 600 метров. Рядом у нас имеются магазины. Имеется даже не один, а 3 сетевых магазина. А101, Бимшок. Недавно чуточку подальше открылся еще один Мигрос. Имеется рядышком школа в Чешмели, в Тэджэ, и все это в ближайшей доступности. Поэтому обращайтесь к нам, пишите на наши WhatsApp, Telegram, Viber, пишите на почту, звоните на наши телефоны, указанные в шапке, в описании нашего видео. Мы будем с радостью, благодарны ответить вам на любые ваши вопросы касательно вида на жительство, касательно приобретения недвижимости, в рассрочку за наличные или банковские переводы. Подскажем по планам оплаты, по способам оплаты в нынешних реалиях. И в целом постараемся сделать максимум, чтобы ваше пребывание здесь было комфортным. С
любовью из Мерсина. Это компания Arbat Homes. И это я, Шалкар. До новых встреч!